Здоров, хулиганы, как ваш, ничего, с вами Iron Druid. И мы продолжаем проходить второй эпизод Brutal Doom No Rest for the Living. Проходим мы это с Project Brutality 3.0, как обычно, и немножко измененным Ultimate Doom Wither. Погнали! Так. Да, кстати, после того летсплея с бессонницей я придремнул так неплохо. Часов до 5 вечера. И сейчас все вроде норм. Так, конечно. Люблю я обилие этих монстров, которые населяют этот уровень, но... Некоторые такие вообще бесячие. Это просто кошмар. Вот эти, которые звучат как смы в туалете, вот эти вот серые импы. Вообще кошмар. Этих я, слава богу, заткнул, черных импов. Так, давайте добьем выживших. Оу! Здрасте. Давай. Давайте возьмем нормальную пушку пока. Ох ты, я взял апгрейд на... Оу! У нас проблемы, Хьюстон. Как-то я, честно говоря, не уследил после вот того эпизода, где я не выспанный был, что вообще происходило. Ну что я вам скажу, все равно, чтобы там не было, дыхание дракона офигенно всех косит, просто как чума древнюю Францию. И где-то там лазит пухлозадый манкуб, я вот слышу прям отсюда, да, пум-пум-пум. Подождите, это вода. А, вода ж не опасная, елки-палки. Здрасте. Уже не такой угрожающий, да? Ух! Жаль тебя, старик, в скобках нет. Давайте. Блин, единственное, что напрягает, что огонь так плохо на нас влияет. Вообще очень плохо. Так. Похоже, секретик. Болезненный секретик. Опа. Опять эти... Ниндзя-пинки, блин, достали. Они не то что опасные, они просто стрёмно выглядят. Вот что меня немного пугает порой в них. Так. Так. Спасибо за все бонусы. Это давилка, что ли? Я сейчас туда пойду, меня задавит нафиг. Так... Слышите? И я слышу. Блин, БДСМщики. Минус один. Минус два. Да ладно, у вас тут что, БДСМ конвенция, что ли? Вот хрен вам. Вот, видите, самое ужасное, когда самые крутые ребят тоже не могут ничего сделать с огнем. Так же, как и все, подыхают. Так, очки. Нам нужно по-быстрому убить импов в клетках. Стопудово это была БДСМ-вечеринка с клетками. Видите, клетки, кожаные ребята все. Меня, конечно, не пригласили, но я на такие вечеринки все равно не ходок. Ну, на всякий случай, можно было приглашение выслать. Мало ли. Это приличие. Я как кого-то собираю к себе на хату. Ну, без БДСМа, конечно, без всего этого. Тоже всем звоню, говорю, так и так. Здорово, это Iron Друг. Хочешь сходить на вечер? Они такие, да нет, нет, зачем? Я говорю, ну я с приличия звоню, не пасе. Оу, новое преображение, сраный баронада. Лучше превенанта мне дали, честное слово. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Блин. На тебе, крыса. На вам всем. Ох-хо-хо. А, куда мы там дальше прёмся?
первые пинки. Просто с ними обращаюсь. Здрасте. Вот, тебя мы убьем в первую очередь. О, здоровья мало уже, 300 этих сняли. ТПшек. Вообще никогда не заботился об наличии здоровья. Я думаю, если я играю за демона, то все, вам, ребята. Эй, проапгрейженная версия меня, иди сюда. Что, все? А почему? Потому что я за него играл. Ха! Вообще, бойтесь меня. Опа, 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 опа. Ой, думал, меня убили. Сохрани перегрулю. Добрый вечер. До свидания. Где мой ствол? Жаль, что на остальные стволы не распространяются патроны дыхания дракона. Ух. Сколько добра. О, демонские винтовки. Это, походу, тут несчастные сержанты были опять. Всегда перезаряжайте оружие, чтобы взять побольше добра. Ну, полагаю, что ну, уровень здоровый, но думаю, мне тут уже можно закругляться. Спасибо за то, что пригласили на БДСМную вечеринку. Я очень рад. Я, конечно, это не моя тема, но спасибо за вашу заботу обо мне, демоны. 70% убитых, 57 секретов. Нет, 25 секретов, 57 вещей собрали. Кто-то прошел игру за 3.25, флажок ему в руки. Так, следующий уровень. Инферно крови. Inferno of Blood. Давайте. Что же нас ждет здесь, кроме крови? Вот тут наконец-то уровни стали называть красиво, не в пример богомерзкой Плутонии. Есть ли здесь кто живой? Еще один апгрейд на ружье. Да не стоило. Так. Вау. Полагаю, сейчас начнут отъезжать все эти стены и прочая хрень. И в нас полетит просто толпа демонов. Давайте пока посмотрим, как демоны подобно ай шарам воздушным лопаются и летят вообще не понять куда. Кто-то идет. Слышите? А, это, наверное, ревенанты там кряхтят. Ууу! Вот это мне... Мимо! Мимо! А, нет, попал. Зато я попал больше. Идиотская сфера ускорения. Лучший ваш помощник, если у вас понос, и вам надо добежать до горшка. Ай, вот тут. Делаешь им бесплатную рекламу, они тут в тебя стреляют. Ну что такое? Ой-ой-ой, зря я это нажал. Полные. На тебе, БДСМщик. Никто не любит гламурных подонков. Никто. Вот я тебе так скажу. Ах ты, падла. Ладно, сейчас. Погоди, погоди, парень. Сейчас я тут вдуплюсь, где что лежит, и ты... Ух ты! Да. Что-что? Ребята тут знают толк в взрывном оружии. Ух! Да что-то он, походу, разыгрался вовсю. Готов? Хорошо. Оу! Не, ну это уже вообще пипец, парень. Ты чего? Там никого. Нет, закрыто. Падла. А то что опять? Да, люблю, то есть не люблю монстров, которые гасят по вам просто с дальних расстояний. И причем попадают. Это вообще, это такой пропуск. Здрасте. Эти вопли. Окей.
запрыгнуть на тот уступчик как-нибудь. А хрен там. Ну ладно. И уровни как-то более красочные, что ли, более живые в плане цвета, в плане вот наполненности монстрами. И вот в этот раз уже плевать, насколько они большие. Просто вот нет чувства вот давящего такого состояния. В духе, да когда ж ты кончишься, падла? Где конец этим мукам? Ну, посмотрите все мои прохождения Плутония, вы поймете, о чем я. Бум! 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 Драугар, блин, хренов. Ну, я их называю гламурными ревенантами, потому что они стрёмно выглядят. Возьмем птичек. Возьмем бронепластин. Возьмем еще патрон. Патронов не надо, ух ты, в кои-то веки. Но это сейчас, на последних уровнях у нас опять будет. Начнется лютый дефицит в патронах, лютый дефицит в оружии, которым я люблю пользоваться. Это кошмар. БФГ, а пальнуть не из чего. То есть есть БФГ, нету вот этих амуниции для него. Так. Так. Что у нас тут? Спасибо, подлянский уровень, за то, что только что забрал у меня карту. Ну, знаешь что? Я не в обиде. Потому что... А, блин, ниндзя пинки, отстаньте! Называется горящий демон. Надеюсь, не потому, что его поджарил только что. Отлично. Недовольные гримасы после того, как всех убил. А я знаю, я умею. Оу, я и забыл. Все еще... О, не-не-не-не, ледяной арквайл. Нафиг оттуда. Поздно, поздно. Хорошо, ладно. Мы немножечко не доглядели нашу, так сказать, стратегию. Будем теперь аккуратненько всех выносить. Хотя, не знаю. О чем вообще Brutal Doom в целом? Чтобы аккуратненько всех выносить или чтобы просто бегать и сеять хаос, боль и страдания? По мне так всегда казалось, что второе. Ну, может, есть люди, которые думают, что действительно Doom это чтобы, ну, тактическое мышление там. О, нет. Брата-дегенерата. Специально для вас, друзья мои. Специально для вас, потому что вы мне нравитесь. Бум! Один БФГ, заряд по цене двух. Так, опять желтушная сфера. Ускорение. Не знаю, дали бы что-нибудь типа в духе... Ну, то есть, мочите монстров очень быстро-быстро-быстро. И, например, чем... Ну, вот как у вас-то цепь убийств, короче, идет. И чем она длиннее, тем дольше сохраняется это ваше состояние. То есть как берсерк, но который такой, знаете, который начинает убывать, если вы ни у кого не убиваете. Вот. Еле озвучил мыслю. Такой дерзкий. Опять, блин, целая бригада даунов. Все нормально, все хорошо. Нет, все очень плохо. Так, я знаю, сейчас эта стенка отъедет, и эти говнюки пойдут меня колотить, да? А вот хрен вам. О, не-не-не-не, парень, отстань. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду, меня нет. Ладно. Есть ли у меня гранаты, мне кто-нибудь скажет? Так, ты, урод. Стреляющий издалека. Это моя прерогатива. Гранат нету, яй! Хоть какой-нибудь хрень, а вот. Нате. Погодите, у меня же вроде были зажигательные, да, отлично. Сейчас маслину кто-то словит. Походу только я маслину словил. А, пацаны, я маслину поймал. Ладно, окей. Забить на маслины. Откуда Арквайл выскакивает? Интересно. Не знать. Умри, падла. Оу, вот это плохие элементали. Они стреляют неправильными падшими душами. Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед.
Так. Всем. Как же ж я тебя неловко, неудачно нашел, падла. Да за дороги нет, за нами Москва. Да, что-то люто. Думаете, они все еще там? Да. Нравится, что огонь делает такой ущерб, но как его сказать? Ну, немножко отщипывает от здоровья в любой момент. Блин, задрали эти зеленые души. Кто-то такой Suffering элементаль. Ага, то есть иди в задницу. Есть элементали боли, а это элементали страдания. Ну я называю их просто мразь. Летающая мразь. Ну да, тут походу вся эта шобла собралась, меня решили убить, да? Ладно. Намек понял, вызов принял. Давай, иди сюда. Вот, а один выстрел в мою сторону. 5 выстрелов в твою, скотина. Я все еще победил. Сейчас он жахнет. Может, если повезет, жахнет по этой картофелине. Страдаю здесь только я. Я не знаю, каким образом страдают демоны. Честно. Хотя вот, меня всегда интересовало, каково это вот этим кибердемонам, кибербаронам, киберрыцарям. Когда у вас просто, ну как, ваши части тела живые, заменены кибер этим дерьмом. Стопудово больно хоть как-то должно быть. Так, кто посмел прервать мои философские размышления на поводу страданий демонов? Ах вы, да вас там что, 3 человека, ладно. Можно и по-плохому. Когда я был против этого. Все? Шурик, это же не наш метод. Да иди ж ты, пень. Опять 39% жизни, опять от при смерти. Пусть уже махаться друг с другом. Достали, ребят. А, отлично. Просто феерично, блин, как тут все хотят мне жопу надрать. Бум. Бум. А это значит, не подходи ко мне близко. Когда меня загоняют в угол, я начинаю сходить с ума. 17% жизни. Полцарства за аптечку, друзья мои. Как обычно, полцарства за аптечку. Отвали, я не хочу умирать от... Я стольких людей тут схарчил. Я не умру от грязных рук этих. Но все-таки умер. Окей. Так, как мы боремся с падшими душами? Да, как обычно, да? Где ты, мразь? Я люблю этих летающих где-то сверху, какой-то задницы. Отлично. Так. Можно, в принципе, пригласить в эту мясорубку наших знакомых. Там, сержанта, собачку Тузика и прочую тушваль. Ну, это если уж совсем будет грустно. А так... Окей. Это был странно, неприятно большой, как бы сказать... Ха-ха, он меня заморозил, падла. Хорошо, ладно. Где ты там был? Сейчас поговорим по-другому. То есть у него есть ракетница, гвоздомет и криопушка, получается. Хорошо живешь, засранец. Но все равно, по-моему, лучше бы он был этим стандартным. Либо кибердемон, либо бароном ада, либо... Как его... Адским рыцарем. Черт, вечно не могу запомнить их названия. Пытаюсь, но что-то никак. Так. Где-то там... Да какого черта?
Я ж там был, я там всех убил, что они там делают. Ладно, на этом все, хулиганы. С вами был Iron Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. Пока.